Всем привет! Некоторые люди обладают сверхъестественными и магическими способностями даже с самого рождения. Им не приходится прилагать усилия для того, чтобы их проявить и осознать. Но таких людей очень немного. Гораздо больше тех, кто мечтает открыть в себе магический дар и раскрыть новые возможности своего тела и своей психики. Развивать в себе магические силы возможно, и особенно эффективно будет это развитие, если начать его в детстве. Но если родители не уделили должного внимания развитию особенностей ребенка, человек может проявить эти силы и во взрослом возрасте. Давайте сегодня поговорим, как узнать о своих особых силах. Если вы чувствуете, что утеряли многие свои способности и хотите вернуть и развивать их, ваша задача – выполнять ряд упражнений и тестов, которые позволяют понять, есть ли у вас вообще магические силы и выявить у вас магический потенциал. Положите в любое место комнаты магнит, а затем выключите свет. Закройте глаза и попытайтесь ощутить притяжение магнита, не касаясь его. Если у вас есть дар, даже скрытый и слабый, вы должны почувствовать поле магнита после некоторых тренировок. Затем попробуйте выполнить такое упражнение. Вам нужно угадать, в каком из конвертов лежит купюра, а какой конверт остается пустым. Возьмите два абсолютно одинаковых непрозрачных конверта, положите в один из них банкноту, а затем закройте глаза и перетасуйте конверты. Положите их перед собой и попробуйте интуитивно определить, в каком из них лежат деньги. Еще один эффективный метод исследования – это карта Зеннера. Из картона вырежьте 5 одинаковых прямоугольных карточек и нарисуйте на них круг, квадрат, плюс, звездочку и волнистые линии. По одной фигуре на каждую карточку. Берите карты, не глядя, из-за спины и угадывайте, что на них изображено. Обращайте внимание не только на реальные события, которые происходят наяву, но и на события, которые происходят во сне. Ваши сны могут сказать вам очень много о скрытых способностях, так как именно во сне вы находитесь ближе всего к своему бессознательному состоянию. Запоминайте сны, ищите связь между ними и обдумывайте увиденное. Чем больше снов вы запомните и чем больше будут связаны реальные события с тем, что вам приснилось, тем больше будут раскрыты ваши способности.